Привет, друзья! Это истинный исследователь. Сегодня хочу рассказать, как я использовал программку OBS. Там у них на сайте две версии. OBS, вот этот 659B, B это бета, как я понимаю. Так, последняя версия, так в бете и остался. Там два файла 32 и 64 бита запускаемых. Никакой разницы я не увидел, но запускал 64-битный, потому что система у меня 64-битная. Прекрасно она работала в Windows 8.1, но сейчас стоит Windows 10. И мне ее хватало вполне для вещания на YouTube прямых эфиров. В общем-то, больше ни для чего она не нужна мне была. Решил осваивать прямые эфиры. И все работало прекрасно. Почти что со всем я разобрался, со всеми настройками. Единственное, вот повторы только не освоил. Здесь вот выбираете, начать повтор. Это что-то какой-то кусочек ты записываешь, а потом повторяешь. Я просто транслировал и все. Вот у меня возникла проблема. Я скачал вот эту версию 659 с сайта ZIP. В формате ZIP это портативная. Чтобы в папочку положить, если что, потом не качать. Так и качайте, не инсталлировать, а именно ZIP. Зачем вам инсталлировать и все время качать одно и то же? Там есть, главное, этот файл. Я его скачал. Вот этот OBS простой, не студио. И сейчас покажу. Вот это вот место. Микрофон подключен, в системе прекрасно записывает, выбран по умолчанию. Все, как бы я вижу, полосочку прыгает в системе. Вот. Но вот эта полоса, вот здесь вот, просто выбираешь в настройках микрофон. Она не прыгает. Никакого записи звука нету. Это, как я понял, такой сбой. Система новая Windows 10 17.03 сборка, которая одна из последняя сборка, как я понимаю, и только поставлена, то есть никаких сбоев у меня, как я понимаю, нету, но сразу словил вот такой вот сбой. Здесь вот у нее прыгает полосочка зелененькая, должна с микрофоном прыгать. Так. Настройки не буду даже показывать. Вот заходите, вот здесь звук. Здесь стоит. Ну, то, что есть, то, что подключено, все и стоит. Я вижу, что он записывает, но запись не шла ни в какую. Пробовал и в компьютер, и включить-выключить, ничего не помогало. Так. Поэтому сразу я понял, что дело не в системе, надо просто попробовать версию инсталлятором поставил. Ничего он не сделал, все то же самое. Опять же, не шевелится вот эта полоска. Хотя все нормально. То есть инсталлятор и портативная версия ничего не дало. Единственное, версия потребовала DirectX поставить, которого нет в Windows 10. Обычный DirectX. Старые файлы он подкачал. И тогда она запустилась. Она ставится из портативной. Все нормально работает. И, как я говорю, мне хватало этой версии. Даже некоторые функции я и не использовал. Не все до конца использовал. Поэтому студию не хотел качать. Но скачал студию, опять же, портативную версию, которая в папке сидит.
Она заорала в библиотеке C++, Visual библиотеки. Их опять же нету в этой Windows в последней. Скачал. Можно скачать отдельно файл, а можно runtime pack. Там один парень хороший сделал runtime pack такой. Вот его можете скачать, поставить. И он кучу вот этих файлов C++ закидывает, и она запустилась. Так. Где она у меня? Запустилась, в общем, и там микрофон работает. Микрофон там работает. Сразу заработал с теми же самыми настройками, потому что эту версию они, видно, уже не тестировали на Windows 10. И вот такой вот сбой возник. Еще у них на сайте написано, нет, больше прекращена поддержка. Я хотел им написать про сбой, но что писать, если они уже не хотят поддерживать? Хотя на самом деле они правильно сделали, что один проект поддерживают, потому что ресурсов не хватит, но вот такой простенькой программки хватило бы 90% людей, которые школотроны всякие ебучие, которые этот, игры, тупорылые игры вещают. YouTube, Twitch. Вот. А, Майнкрафт, вот этот тупорылый. Вот, и их дофигища, вот этих школотронов. И нафига им там вот эти всякие переходы, какие-то плагины, профили кодирования, они чего в этом разбираются? Я стал искать ошибку, вот это микрофон не работает, а они там в настроечки зайди, поменяй кодек звука ACC на MP3, блин. Ну это уж совершенно здесь ни при чем. В моем случае конкретно, точно, что ни при чем. Вот, так что школотроны просто выбешивают этой тупорылой сетевые игры, Dota, ужас. Хотя, конечно, не все школьники глупые, но их уж сильно прям дурят. И такие вот ролики по какой-то, если проблема у вас, начинаешь искать. Блин, ужас. Это, зайди настроечку, галочки поменяй. Ну ясно, я в настройки уже заходил 100 раз и программку эту OBS использую несколько месяцев, поэтому явно бы не ступил бы просто так. Хотя какие-то один ролик попался нормальный, там какой-то мужик стал описывать OBS, все настройки, по-моему, даже студию вот эту расширенную, но пока я полностью не посмотрел. Вот такая вот программка. Хорошо, что она есть, что она бесплатная, но тоже вот эти дураки, создатели, кто канадцы, там сайт почему-то в Канаде, по-моему, был. Зачем они версию выкладывают? Она лежит там, то есть ее дофига народу скачивает. На 10-й Windows поставишь, вот у меня с компьютером все в порядке, а запись не идет, и народ будет мучиться. Ну, хотя бы мой ролик, может, кто-то найдет, ему это поможет. То есть версию портативную ставьте, вот эту 659B. Но на 10-й вот этой Enterprise у меня 1703 просто не прыгает полосочка. А звук с этой системы справа вот там прыгает. Все нормально. Так что либо с Windows 8.1 и эту версию, либо студию ставьте. Ну не ставьте, а портативную версию скачивайте. Не понимаю, какой смысл ставить. Скачивать. И профили еще я попробовал. Здесь вот есть экспорт. Экспортировал. Что-то в двух местах профили и сцены экспортируются. Он то не студия не принимает. Там есть какая-то программка, конвертер. Можете ее попробовать использовать. Но вот так вот сделали. То есть им нужно было убрать. Убрали бы, не поддерживают, так убрали бы ее. Ну, разобрался, в общем. Надеюсь, и вы тоже разберетесь и будете вещать мега прогресс. Пока, друзья. Слава прогрессу.